интересно, что мы объезжаем такую петлю делаем. Сегодня у меня такое настроение, найти какие-то новые дороги. Я потихонечку расширяюсь, подъезжаю к городу. Я думала, здесь никто не живет. Тут смотрю, нет, уже живут. Вот этот университет, школа, точнее, бывший университет, недостроенный, превратившийся в итоге в школу. Оказывается, очень даже близко, если ехать вот по этой дороге. Единственное, что зимой, конечно, это размыто очень сильно. Но в связи с тем, что у нас карантин, иногда дороги перекрывают также в связи с забастовками. Очень даже полезно знать хотя бы такой внедорожник. Дорогу вне дорогу. В общем, здесь, видите, уже цивилизация близко. Хотя этого всего 5 лет назад, когда мы поселились здесь. Дальше. Да? 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 Да. Молодец. Конечно же, направо, Ворд, конечно же, направо.